Этот сорт называется Серано. Он назван в честь гор в Мексике, горы Серра. Довольно острый сорт. Острота его от 10 до 23 тысяч единиц по шкале Сковеля. Высота куста может достигать от метра до полутора. Срок созревания от 100 до 110 дней. Перчинки в основном его употребляют в зеленом виде. Вот такие вот перчиночки. Сейчас я их нарву. Это я уже один урожай собрал. Он довольно ранний. Быстро созревает. Кустики невысокие. Это однолетние растения. Можно выращивать как в теплицах, так можно выращивать и в открытом грунте на грядке. Но обязательно нужно будет притенять его. С одного куста можно собрать до сотни таких вот перчинок. Его можно сушить, можно делать с него порошок. Также можно держать в холодильнике, он довольно долго хранится. Очень хороший сорт. Так что советую, пробуйте выращивать его. Он вам очень понравится. У него очень пикантный, интересный вкус. В пищу в основном применяется вот в таком виде, незрелом. В зеленом виде. Кушают его в сыром виде. Его не жарят, ничего. Довольно ароматный вкус у него. Вот такой вот перчик интересный. Можете нарезать его и подают с салатами.